Друзья, всем привет, с вами Арм, и сегодня у нас будет довольно необычное видео. Сегодня мы делаем распаковку мерча Дефукбума. Вы уже знаете, что относительно недавно у Дефукбума появился магазин, где ты можешь покупать всякие там кружки, майки и так далее, и так далее. Короче, я купил на примерно на 100 баксов и плюс доставка. Короче, купил 1, 2, 3, 4, 6, ну где-то 7 вещей. Я, честно, половину даже не помню, что заказывал, поэтому посмотрим. Я знаю только, что внутри этого ящика. И все, больше ничего не открывал. Поэтому будет довольно интересно. Но я знаю, что тут майки. То есть я не открывал, но ну, заметно, что тут майки. Поэтому давайте начнем с маек. И продолжим уже, будем распаковать все остальное. Поэтому ставь лайк, обязательно смотри до конца, потому что в конце я расскажу условия, с помощью которых ты можешь выиграть любую вещь из отсюда, даже две вещи. Короче, в конце расскажу условия, конкурс будет, поэтому все, ставьте лайки, погнали. Короче, давайте начнем вот с этого, как бы достаем нож, делаем распаковку. Это вообще мой первая распаковка, честно говоря. До этого я таким не занимался. Не судите строго. Так, у нас вторая камера, поэтому давайте откроем вот отсюда. Я... Главное сейчас не порвать майки. Главное не порвать майки. Я буду все делать через одно место, как обычно, да? Но, так, главное майки не порвать. Так, окей. Опа, опа, опа. Я уже тут вижу, что внутри, друзья. Тут уже я вижу, что две маечки, а не одна. Поэтому давайте одну распакуем, одну оставим на потом. Давайте вот этот снимем. Окей. Давайте вот этот. О май гад. Я уже вижу. Я уже вижу Вантузмена. Так, давайте. Так, это сюда. Там есть вторая еще майка. Мы чуть позже его откроем. Погнали. Так, майка вот так выглядит, друзья. Это официальный мерч, поэтому тут все по канону. Конечно же, у нас Вантузмен такой. Прекрасный. Окей. Интересно. Интересно выглядит. Так, эска, конечно, потому что я по габаритам не очень большой. Давайте что сделаем? Давайте сделаем вот так. Раз, два, три. Вау! Вот такая майка у нас, друзья. Короче, что тут написано? Тут написано, как я понял, all toilets will die. Типа, все туалеты должны умереть. Ну, конечно же, короче. И тут нарисован Вантузмен, один Вантуз здесь, туалет, короче, убитый, наверное. В общем, выглядит, в принципе, интересно. Выглядит, в принципе, интересно, поэтому давайте продолжим. Мне уже нравится. Так, давайте продолжим вот с этого или с этого. Давайте... Выберем. Так, раз, два, три. Так, раз, два, три. Ну, давайте вот это, короче, ладно. Вот это, конечно, у меня тоже не открыто. Вот, видите, все запаковано. Я, честно, не понимаю, что тут. Тут что-то плоское. Скорее всего, наклейка. Скорее всего, наклейка или что-то такое. Давайте открою. Все через одно место, как обычно, я открываю. Давайте чекнем, что же... Я понял, что там. Я понял, что там. Это не наклейка. Это не наклейка, друзья. Это кое-что другое. Смотрите, просто угадайте. Давайте, не перематывая, давайте угадайте, что же вот здесь. Напиши в комментариях. Если угадаешь, я поставлю лайк на твой комментарий. Только несмотря, вот честно, вот пиши комментарий. Все, написал. Раз, два, три. Кто угадал, красавчики. Понятнее стало, что это? Или все равно непонятно? Короче, друзья, это, значит, такая... то коврик, короче, коврик для мышки. Давайте, я как раз тут мышку приготовил. Коврик для мышки очень прикольно. Я как раз хотел себе второй коврик маленький для ноутбука. Да, и выглядит очень стильно, честно. Я вот этого TVMan очень обожаю с 5 телевизорами. Давайте погнали, протестируем, что ли. Так, вы монитор не видите мой, но... Давайте я чекну. Ну, в принципе, плавно работает, то есть для коврика... Для коврика, который, ну, сделан не компанией, занимающейся ковриками, как бы это мерч, в принципе, качество средненькое. Ну, то есть, для такого коврика хорошее. Конечно, если сравнить с другими ковриками, в плане качества именно скольжения не очень. Но красота, вот эта штука, кстати, она вообще не шатается по столу. Это очень кайфово. Так. Так что, если захотите, если выиграете в конкурсе, можете взять вот эту штуку. Конкурс будет, кстати, до 50 долларов. То есть до 50 долларов все, что хотите. Можете хоть 3 вещи, 4 вещи, хоть 50 наклеек. Я не знаю, сколько они стоят, не помню, сколько стоит. Короче, чтобы до 50 долларов. Поэтому, в принципе, друзья, очень красиво выглядит, честно. Я думал, картинка будет смуглая какая-то, ну, такая не очень, но... Качество имеется, картинка красивая. В общем, это был коврик. Давайте погнали дальше. Погнали дальше. Что же у нас будет потом? Давайте распакуем
Вот это. Почему и нет? Давайте попробуем распаковать вот это. Что же внутри желтого какого-то... Ну, тут уже 100% наклейки. Я думаю, тут я... Вот тут я точно угадаю, потому что, ну, как... что тут еще может быть? Очень тонкое такое. Внутри пупырышки, походу. И маленькое. Давайте распакуем, узнаем. Так, в этот раз давайте нормально распакую. Я как бы не профессионал, но... Чекайте. Так, мышкой сюда. Угу. Погнали. Окей, давайте... Снова, да, как-то не так. Так, прошел час. A few moments later. Пока я делаю распаковку, друзья, подпишитесь на канал, если вы тут новенькие. Обязательно подпишитесь, сделайте красную кнопку серой. Это очень дает мне большую мотивацию, каждая подписочка. Так, все, вроде открыл. Вроде открыл, наконец-таки. Погнали. Опа, опа, опа. Я уже вижу, красота. Блин, как же красиво. Так, чекайте, смотрите. Так, по очереди, давайте там несколько наклеек. По очереди, сразу видим. Вот такой вантузменчик. Очень круто выглядит. Офигеть. Так, тут уже, а, ну тут чуть-чуть это, но... Ну это отклеивается, поэтому сама наклейка в целости и в сохранности. Вот так она выглядит. Вот красота. Так, тут давайте чутка я... Да, вроде клей хороший. Так, ну, клеить, наверное, сегодня не будем ничего. Ну, потому что у меня телефон... Я хотел на телефон приклеить, но не вот это. 100% не вантузмена, потому что уже слишком много вантузмена. Давайте что-то другое. А вот это уже уровень, друзья. Вторая наклейка, это тоже вантузмен. Везде что-то я слишком много вантузмена что-то заказал. Тоже такая наклеечка прикольная. Они стоили, не знаю, если не ошибаюсь, это один комплект. Если не ошибаюсь, не помню, честно говоря, это отдельный комплект или нет. Но выглядит, в принципе, стильно. Стильно. Так, вот такой камераменчик. Продолжаем. Следующее у нас... Все, наклейки закончились. Походу, да, я две наклейки только взял. Возможно, что-то в других коробках тоже будет наклейки. Не помню, честно, не помню, что я заказывал. Давно заказывал. Пришло через... Кстати, доставка пришла через недели две. Полтора недели где-то в Лос-Анджелес. Поэтому не знаю, до России вообще доставляют или нет, кстати. Вроде да. Не знаю, до расиста сколько времени понадобится, чтобы доставилось. Но до меня полтора недели. Все, погнали дальше, что ли? Так, давайте откроем вот эту коробку. И в самом конце вот эту коробку. Или майку достанем. Ну, давайте майку предпоследней. Все, так, коробка, она вот такая коробка. Ну, тут, наверное, стакан, скорее всего, потому что тут написано... спасибо, please, будьте, короче, осторожны. Please, что-то там, handle... Так, думаю, handle with care, yes. Что-то такое, типа, осторожнее будьте, оно сломается, поэтому это, скорее всего, стаканчик. Давайте откроем, чекнем, что за стаканчик у нас пришел. Так, распаковываем. Погнали. Давай. Так. Я определенно был создан для распаковки. Так, опа. Так, я... Погнали. Оп. Да, в этот раз я нормально открыл. В этот раз я нормально открыл. Главное, чтобы ничего не сломать. Вот такие пупырышки, конечно, чтобы во время транспортировки ничего не сломать. Офигеть, он огромный. Я думал, меньше будет. Смотрите, чекайте. Так, это сюда. Погнали. Распаковываем. Пупырышки. Обожаю эти пупырышки. Это просто АСМР. АСМР. Блин, они кайфовые. Прям по кайфу, прям по кайфу. Так, есть же такие пупырышки, знаете, не очень китайские, а вот это прям... Хотя, кстати, я сказал китайские и вспомнил. Так, это давайте мусор от коробки чутка сюда. Кстати, про Китай я сказал. Короче, везде написано Made in China, поэтому, если что, производилось в Китае. Это все дело, ну, как все в нашей жизни, все производится в Китае, да? Короче... Вот такой, значит, стакан, друзья. Это на нем нарисован спикермен и тут камерамен. Ну, вы помните, да, эту серию, где впервые появились спикермены. Это самый первый спикермен, который дал нам руку. Давайте посмотрим, что тут еще нарисовано. Тут, кстати, в серии такого не было, так как
Да, кстати, так как все вот эта серия выходила, когда шортс-версии были только, не длинные, ну, не горизонтальные версии серии, поэтому тут даже нарисованы ТВ-мены, нет, это спикермены спиной стоят, вот. То есть можно сказать, что тут некая дополнительная информация об этой серии, то есть тут спикерменчики, ну или жарт, не знаю, короче. Но выглядит очень круто, очень стильно. Можно с него пить воды. Но я, если честно, думал, что она меньше будет. Она огромная, вот смотрите. По размеру, вот по соотношению меня, это просто, ну, я не знаю, что тут можно пить так много, не знаю. Я пиво не пью, да вообще алкоголь не пью. Ну, для воды, в принципе, или для сока. Да, для сока, я думаю, самое то. Крутая тень, друзья. Вот такой спикерменчик. Погнали дальше. Конечно, мы сейчас будем распаковывать, друзья, вот это. Так, ну точнее, мы уже распаковали. Короче, вторая майка. Посмотрим, что за майка вторая. Так, распаковываем. Окей, снимаем. Так, это сюда. Значится, у нас майка вот такая. Пока что непонятно, черная. Так, давайте сюда. Ага, все, я понял. Кто догадается, что это? Кто шарит в лучших туалетах? Короче, вот такая майка, друзья. Тут улыбочка. Понятно уже, да, чья улыбка. Ну, сейчас я распакую, я вспомнил, что я заказал. Так, чекайте. Это очень круто выглядит. TVman Titan. Смотрите, TVman Titan 2.0. Нет, на самом деле, обычный TVman, да, к сожалению, старый TVman. Было бы прикольно, друзья, если бы он в мерче добавлял тех персонажей, которые еще не вышли. Это было бы прикольно, мне кажется. Если хотите такое, ставьте лайки. Я попробую написать Дефуку. И вдруг он эксклюзивно отправит нам вот такие майки с новым TVman Titan, который еще не вышел. Не знаю, если хотите, ставьте лайки. Не знаю, Дефугум смотрит это видео или нет, я надеюсь, смотрит. Короче, вот такая майка. Это со спины. Это со стороны спины. Это со стороны, ну, спереди. Вот такая майка, улыбочка. Мне, честно говоря, вот эта майка больше нравится, чем One Piece Man, потому что, ну, это, мне кажется, более такая, ну, из себя, ну, такой обычненькая майка, мне кажется. Вот это интереснее выглядит, потому что спереди я люблю минимализм, на самом деле. Я люблю, что мало чего нарисовано. И тут просто улыбочка такая прикольная. И сзади уже TVman Titan. Мне кажется, вот эту майку я буду носить на улице. Но я не уверен. Вот этого я на улице я точно не буду одевать. Так, это для стримов. А вот это, скорее всего, можно. Почему бы и нет? Очень-очень мило выглядит TVman Titanчик. Вот так все. А, кстати, о качестве, друзья, о качестве. В принципе, я думаю, что если не часто его стирать, то есть такие вещи я и так не часто стираю, ну, понимаете, да? Потому что краска может слезть. В принципе, по качеству я понимаю, что не должно быстро слезть. То есть, конечно, можно было бы лучше, да? По качеству, конечно, чутка есть вопросы. Вот здесь, кстати, даже лучше, мне кажется, или мне не кажется. Короче, друзья, короче, желательно, чтобы его правильно как-то, короче, в стиралку кидать. Я не знаю, надо почитать в интернете, как лучше кидать, чтобы не портилась краска. Так, тут написано ESCO, и, кстати, тут написано компания, которая его сделала. И компания, которая его сделала, это Ascolor Staple. Не знаю, что это за компания, честно. Ascolor Staple. Ну тут написано, кстати, тут написано, как его надо стирать, правильно. Нужно, короче, с холодной. Так, окей, 100% котом. Я не знаю английский, друзья, поэтому, если кому интересно, можете вот почекать, почитать. Хз, в общем, хз. Но майка, сам дизайн просто шикарный. Дизайн, само качество майки офигенное, кроме вот краски. Ну, краска, понятно, почти у всех есть проблемы. Я не знаю, любую майку, которую я брал именно вот с таким принтом, они все такие очень, нужно с ними аккуратно. Все, друзья, давайте погнали дальше. Майку мы так вот так поставим сюда. И сейчас самое интересное. Что же все-таки в этой коробке? Давайте тоже в комментариях напишите, но я эксклюзивно показывал на стриме эту коробку, кстати. Вот это единственное, что я уже открывал, единственное, что я уже видел из этого всего. Поэтому и мои зрители тоже. На стриме я открывал. Кто знает, то знает. Ну, а кто не знает, сейчас открою, узнаете. Поэтому ставьте лайки и сразу конкурс. Давайте я открою и в процессе расскажу про конкурс. Друзья, конкурс до 50 долларов. О май гад, как же это красиво выглядит.
Ну что, друзья, давайте расскажу про конкурс и потом уже покажу вот эту кружку нормально. Если вы хотите выиграть любой мерч Defugboom до $50, то есть вы можете потратить $50, это 5000 рублей, и купить все, что хотите из магазина Defugboom. У него, кстати, появились новые вещи в магазине, поэтому, мне кажется, вы захотите. Ну, по крайней мере, я бы точно поучаствовал, потому что условия очень-очень легкие и простые. Вам нужно просто в комментариях написать ваш ник из игры Grand Mobile. Если вы еще не играете в Grand Mobile, просто можете скачать, ссылочка в описании. А если уже играете, напишите мой промокод SKIBIDI. Вот такой промокод. Пишите промокод в игре Grand Mobile. Значит, пишите ваш ник в комментариях. Доходите до 5 левела в этой игре. То есть 5 левел там легко дойти, в принципе. Я думаю, 2-3 дня. И все. И вы участвуете среди тех подписчиков, которые зашли в Grand Mobile, дошли до 5 левела и написали в комментариях их ник. Через 2 недели будут итоги в прямом эфире. Вот в это время, тут дата будет, вот в эту дату, в это время в прямом эфире будут итоги, и мы узнаем, кто же из вас выиграл $50 плюс доставка. Все, я плачу и доставку, и все, что вы закажете в пределах $50, можете 2 майки, можете 3 майки, ну, чтобы суммарно было 50, ну, может, 55. В общем, как-то так, друзья. Поэтому ставим лайки, участвуем, давайте... И ссылочка, короче, все ссылочки в описании, я еще продублирую условия тоже в описании, поэтому читайте, участвуйте, и через 2 недели узнаем, кто же выиграл мерч. Если вам понравится это, мы будем делать такие конкурсы чаще, кстати. Все, погнали, вот такая, друзья, вот такая кружка, Defugboom написано, очень минималистично, как я люблю, в черном цвете. Камера, тут камераменчик, такой логотип камерамена, я бы сказал, очень интересно все выглядит. Короче, я с кайфом вот с этой кружки буду пить чай и печеньки. Вот, ну, как, короче, это отсылка к началу к моим видео, да, про чай и печеньки. Короче, друзья, вот такая вещь, вот так вышла распаковка. Честно, это первый раз я делал распаковки, не знаю, сколько просмотров наберется, понравится или нет. Но если понравится, я сделаю вторую часть. Там много чего я еще не заказал, много чего еще можно заказать, поэтому если хотите вторую часть распаковки и еще больше распаковки, то дайте мне знать. С вами был Армин, друзья. Всем пока, всем удачи в конкурсе.